Друзья, смотрите, хочу записать более длинное видео, чтобы вы поверили, что это все возможно. Были у нас шуточные видео. Вот такие у нас помидорчики. Их будет очень-очень много. Вот здесь завязи, все эти завязи будут со временем помидорками. Вот такое вот количество. Растет, растет, растет. Вот так. Здесь огурцы растут, большое количество. Вот они начинают свой старт вот такими. Это какой-то, не знаю, сорт здесь, наверное, болгарский, потому что мы взяли, сейчас вот я вам покажу, вот такие вот они длинные. Ну, растут просто, ну, вот такое вот количество земли. Вот такая вот коробочка. Вот эти все огурцы, вот такие вот крошечные. Это мы, то, что мы делали рассаду. Ну, они такие себе, скажем, я на них ставку не ставлю. Я 1-2 здесь были, уже мы их сорвали. Вот. А в основном это все, вот видите, помидорки. Помидорки, помидорки. Тут, кстати, тоже огурчики. Здесь тоже все помидоры. Пару перцев есть. Вот, но перцев я пока еще не вижу. А так в основном помидоры. Подвязали их, конечно, не очень удачно, но мы здесь не дома, скажем, не получается все сделать, как мы хотим. Но я уже смотрю, здесь такие есть и побольше. Есть уже и вот такие вот. Поэтому все очень прикольно. Здесь вообще вот прям усыпано все. С учетом того, что это все происходит, вот. Вот крыша. А вот балкон. Поэтому я думаю, что все получится. Результаты мы вам покажем. Вот такие вот малышки есть. Здесь, кстати, очень тоже много огурцов. Но все они почему-то очень маленькие. Или им света не хватает, не знаю. Как-то так. Дальше будет следующее видео про дом из пенополистирола. Приезжали люди, сделали съемку. Дом, скажу, с ним все хорошо. Поэтому скоро вы увидите более подробный фильм про то, как Ниф-Ниф и Наф-Наф построил домик из пенополистирола. А, кстати, вот еще клубника растет в таких вот кадушечках. Такая клубника. Здесь были еще две клубники, но чайки, которые здесь живут, вот я вам могу показать. Вот чаечки со своим семейством. Они прилетают и съедают здесь все. Поэтому вот так. Вот такой вот у нас огород теперь. Вместо дачи. Все, друзья, дальше покажем. Всем хорошего дня и отличного настроения. Пока!